Керчи продолжается борьба со стихийной торговлей. Если пройтись по рынкам города, можно увидеть немало торговцев, которые реализуют свой товар без имеющегося на то разрешения. Торгуют абсолютно всем – и рыбой, и медом, и саженцами. А предоставить документ о качестве и безопасности своего продукта в случае чего не могут. Убедить на словах, мол, все проверено и соответствует нормам, может каждый такой продавец. Люди, покупая товар с рук, наивно верят сказанному. Такое необоснованное доверие может привести к печальным последствиям. Торговля с рук существовала во все времена, и упразднить ее полностью сегодня вряд ли возможно. С целью максимального снижения количества стихийных рынков сотрудники отдела потребительского рынка, регуляторной политики и предпринимательства совершают рейды по таким местам торговли. Регулярно и даже ежедневно по поручению председателя Совета министров Анатолия Владимировича Могилева и по распоряжению городского главы Осадчего Олега Владимировича в составе рабочей группы у нас ежедневно проводятся рейды по ликвидации несанкционированной торговли на территории города Керчи. Рейд проводится у нас в составе органов исполнительных, органов городского, Керченского городского совета, органов внутренних дел, сотрудников внутренних дел, то есть Керченского городского управления милиции или сотрудников управления ветеринарной медицины города Керчи. В ходе проверки выявлено два случая несанкционированной торговли, по каждому из которых был составлен протокол административного правонарушения. Однако стихийщики не хотят слушать комиссию. У них есть своя точка зрения о праве на торговлю. У меня есть документы на мед, есть документы на пластику. Сертификат качества есть. И торговать я имею право, где хочу, потому что это мой товар. Покажите мне документы на мед. Покажите. И документы, удостоверяющие личность. С точки зрения обывателя торговцев понять можно. Таким образом, они зарабатывают лишнюю копейку в дом. С другой стороны, существуют определенные правила, которые нужно соблюдать. А так получается, что тем, кто торгует продуктами в неустановленных местах, закон не писан. На сегодняшний день в Керчи функционируют 14 рынков, на которых предоставлено 50 мест для реализации товара. Для лиц, незащищенных слоев населения, причем эти места бесплатны. Люди должны понимать, что борьба со стихийными рынками – это прежде всего стремление обеспечения безопасности покупателей.